Так, все, кого я достала с курочкой копченой, могут отключаться. У меня сегодня опять вот такое мероприятие. Закоптил уже у меня муж две курицы, потому что в тот раз нам, ну, абсолютно не хватило одной. А я снимаю видео про спутниковую поисковую систему. А меня срочно вызывают в сад. Срочно! Бери черный хлеб, зелень. И бегом я прибежала. Поэтому и говорю, кого достала я со своей печкой и курицей, можете отключаться. Ну как я могла это не заснять вообще? Ну вообще нет слов. У нас в магазине килограмм копченой курицы стоит 7-8 евро. Температура 50-60 приблизительно. Ничего не сгорело, ничего не подгорело. Посмотрите, какой цвет обалденный. Печка немецкого производства, которую я уже показывала. 2 часа прошло, все, снимаем курочку. Извините, товарищи. Ну, я не могу это не заснять. Ну, вот так у нас опять. Такое вот безобразие. Всем приятного аппетита тоже желаю, кто любит копченую курочку. Так, это наши лучшие друзья. Черный хлебушек, кирпичик, кинза и свежий укропчик. Это когда мы хотим мясо и не хотим разбавлять его гарниром. Тогда у нас вот такая картинка получается. Какие-то вандалы испортили мои березки. Но мне муж посоветовал сказать вандалы. Я хотела сказать, что они сволочи на букву П и на всякие другие буквы. Но мне не разрешают дома так ругаться. Смотрите, надрез какой сделан. Смотрите, какой глубокий. Я включила фонарик, сейчас поздно. Ну, каким хорошим словом можно назвать этих людей, которые сняли бересту с моих любимых березок? Но так как мне нельзя ругаться матом, я могу сказать, что я планирую по совету мужа купить белую краску, и я приду, буду это все закрашивать здесь. Я не могу, у меня прямо душа болит. Ну, посмотрите, это нормальное вообще явление? Ну, кроме как сказать, что это придурки, ну, это ничего не сказать. Вот еще нашли у нас березки. Посмотрите, это, ну, муж говорит, это вандалы. Это просто сволочи, а не вандалы. Посмотрите, как содрано все. Жестоко, я считаю. Но муж сказал, что надо почитать в интернете. Может быть, не краской, а мелом или еще чем-то. Ну, это просто ужасно. Не только мои попортили, но и рядышком которые. Вот для какой цели это вообще может потребоваться? Вот такое вот. Для костра, наверное. Ну, посмотрите. Если нам нужна береста для розжига, мы только с сухого дерева берем бересту, но никак не с живого. А тут, посмотрите. Ну, это просто дебилы. В общем, буду что-то думать. Берегите природу, люди.